Всем доброго вечера, дорогие мои друзья. Вышел сейчас вот вечер. Надо закрывать ставни. Потом, наверное, надо будет на речку сходить. Как-то вчера пробивал лунки, чтоб труба не промерзла. У нас же вода с речки. Надо посмотреть, все ли в порядке с трубой. Потому что если труба замерзнет, воды уже не будет. Потому что водопровода-то нет в селе. Ну, где-то есть, где-то нет. Вот так могу сказать. Цезарь бегает, носится. Ну, как всегда, как насчет речки, так он вперед всех бежит. Вот такая вот красота. Такой красивый вечер. Красота замечательная. Барки стоят рыбацкие, лодки. Там далеке еще одна барка. О, Цезарь. Цезарь! Цезарь! Ну, пометить кустик это обязательно ему надо. И как всегда впереди всех. По льду. Здесь вот у нас не нормально, вроде бы. Там уже кромка льда. Тут место никогда не замерзает. Это лунку для воды. Эх, ё, луна-то какая. Цезарь бегает. Луна-то какая большая. Полнолуние. Жаль, что еще увеличить не могу. Ветер восточный. Вон там вон дети играют. Вон дети играют на льду. А это тёзка. Что, решили по льду пройтись? Барк. Барк нет, не отбивали еще. Наверное, будут отбивать. Чтоб льдом ее не сдавило.